чтобы дарить любовь друг другу, радость. Обниматься со всеми, наверное, кого любишь. Буквально по радио слышал, больше я не знаю ничего об этом. Я даже затрудняюсь ответить, нужны такие праздники, просто надо, чтобы в душе что-то было. Ну, вообще нужен для того, чтобы все улыбались, были добрее друг к другу. Это основное, я думаю. Это сын, я его с удовольствием обниму. У меня их много, и я всех их сегодня обниму. Всем курганцам я желаю крепких объятий, крепко любить своих детей, и чтобы они их взаимно тоже любили. Ну, с посторонними-то это, ну давайте. Отмечать День объятий можно самыми разными способами – в тихом домашнем кругу или на веселой вечеринке с друзьями. Единственное обязательное условие – это заключить в объятия как можно больше людей. Не стесняйтесь обнимать друг друга. Лариса Драгункина, Александр Менщиков, Лидия Кагородцева. Информационное агентство «Курган.ру».